Дорогие друзья, с вами ФРГТ, и мы посмотрим заключительную игру группового этапа между Виктор Фрушей и Нафталином. Это переигровка за первое место в группе 3. Виктор у нас играет за Францию, за Венгрию играет, соответственно, Нафталин. Тяжеленькая была сейчас игра только что, я еще не перевел дух, но не имеет значения, давайте посмотрим эту игру. Вик. Можно оставлять этому городу 700 хп, Капитолий все равно очень сильно дамажит по зданию, отнимает сразу там по 8 хп, там где-то 10 хп в секунду, короче говоря. Можно оставлять 700 и идти сразу в другие города, ну, это фигня, короче, ладно. Снова билд Нафталина через двух рабочих. Короче, строит барак, ну, не знаю зачем, типа быстрее будут уходить челики, но он теряет ресурсов много, стоит того или нет. Честно говоря, не знаю. Никогда не пробовал. Может быть и стоит, может быть и нет. Икс раздет на Хонвик, не дает построить Венгру здесь. Собственно, вышки. После сопилка от Нафталина он будет идти в свой любимый европейский билд ордер. Через фаз две вышки. Где-то непонятно где, здесь уже не успеет, но он об этом даже, возможно, не догадывается. Вик, кстати говоря, может вообще тупо не палиться, придется инженеру, он убьет его. Возможно, его не успеет засадить. Кстати говоря, а нет, он идет не сюда. Я думал, он сначала прочекает эту точку, узнает, есть ли здесь враги или нет, потом уже поведет инженера, но нет, смотрите, он не ведет сразу инженера по-глупому. Возможно, это правильно, но, блин, значит, он сейчас не поставит хорошие вышки, которые ему ничего не дадут, он просто просрет. Во-первых, первую битву, во-вторых, у него нет кузницы. А Пау не может быстро брать города, у него будет не больше 5, ну максимум 6 возьмет, но он сейчас, я думаю, точно не возьмет, где он, что это возьмет. Ну да, он возьмет этот раз, два, какой-то из этих, ну, третий будет, у него 5. Ну, возможно, успеет Венецию, но это не факт. Что там Вика? Оп, на атаку, тут два города. Ой, смотри, этот город тоже мало одновременно может атаковать, не лети. В итоге очень много просто простаивает. В общем, короче, Вик тоже много городов не возьмет. Ну, 6 у него будет, да точно. И вроде больше 6 уже никак не будет. Ну, и Тинкс, говорю, похоже, что возьмет 6 город. Эти два он должен успеть, да, он успеет, будет у него 6. И у Франка тоже 6. Ну, пока вообще нет вышек у Нафталина. И Блэксмис у него тоже нету, кузни. В общем, он пока что все равно... Ну, все равно 3 технологии Франка будет намного больше, на 2-3 города минимум. Даже если он возьмет там типа городов в Италии, то что это даст ему... Ну, у Франка возьмет намного больше. Хотя, на самом деле, у Вика не... ну, дурацкий, в общем, по-моему, билд. Ну, вернее, как бы порядок захвата. Он сейчас только в Испанию выходит, он не идет в эту сторону. Кстати говоря, сейчас у него заберут этот город. И он не идет вообще его дефать. Нет, сейчас идет, развернулся, но сейчас очень много времени терять на разворот. Этот город он потеряет. Успеет он его отбить или... Хотя сейчас он может драку навязать. Ведь он навяжет драку. Но нужно ему прямо сейчас навязать, он же видит все, что происходит. Надо нападать, чем боится, то у него 1-1 Наполи, тут 0-0. Шансов у Венгрии никаких. Им нужно иметь двукратный перевес по армии. Просто, чтобы выигрывать драки, но, очевидно, такого создать не можно. Вот хорошие вышки. Которые, впрочем, особо-то ему ничего не дают, потому что... Ну, хотя хз, может быть... Ну, сейчас посмотрим, если он сейчас сможет пережить эту стадию, будет там иметь как минимум на... Ну, как минимум, не более чем 2 города отставания, делать там ап на атаку, то у него будут шансы неплохие, в принципе, по лимитам. Что по лимитам? Лол, у него на 10 лимита больше, а где же он его нашел? Странно, где он нашел 10 лимитов преимущества. Ой-ой-ой, смотри, сейчас инженер спалит и убьет. Все, минус инженер. Думаю, Нафталин заметил, да, минус инженер. И пошел в атаку, но апов нету. Нельзя Венку драться, надо ему отступать. Ой, он начинает драку. Нет, отступает. Надо бросаться в погоню, просто бежать сломя голову. Минус инженер. Игорь рискует здесь просто проиграть игру прямо сейчас, если он ничего не сделает. Нужно навязывать драку, убивать как можно больше юнитов. А Венгру нельзя драться, зачем он дерется? У него нет апов, вот первый ап. Но теперь мало войск, плохое положение. Ой, сейчас в этой толкучке много юнитов погибнет, пытается Венгр драться, но теперь у него слишком мало войск, он не может драться. Четвертый ап, Франк, есть аура. У Венгра нет пока ауры, по лимитам 63. Здесь 56, Франк строит солдат.
Ой-ой-ой-ой-ой, здесь очень рискованная атака венгра. Очень интересно, нету апа на защиту, нету ауры. Все, проигрывает венгр. Серьезные потери по лимитам, я уже думаю. Да, уже фронт впереди с моментально, только что он проигрывал, он несет уже правильство. Да, ну, нельзя, не надо было ему драться, во-первых, он зачем-то останавливался, надо просто отступить в эту точку, в эту область. Ну, понятное дело, сейчас с обзерверского слота легко говорить, там, понятное дело, в игре тяжело, но не суть. Все равно, должен был он понимать, что он не может драться, соответственно, надо было отступать. По лимитам более-менее подравнялся, даже вперед вышел. Возможно, по лимитам вообще был впереди за счет того, что... Смотрите, сейчас эту вышку если поставить, это очень хорошая вышка, она уже дает очень много, 4 вышки, лол. А франк с налогом пойдет феодализм, тут вообще феодализм, даже близко не пахнет, ему нужно будет как минимум 2 налога, может быть и 3. Отбирается Италия, сейчас франк по городам серьезно выйдет вперед. Ну, смотрите, 6-й левел франка, 5-й пока только-только апнул венгр, отдает тилов или не будет тилов, 40 секунд. Будет ли франк идти в атаку? Есть ли его вообще чем идти? Да, есть, пойдет он сейчас в атаку, ему надо идти в атаку. Ух ты, бас, первый удар проходит, но в принципе, я думаю, венгерский герой не сильно страдает. Ой, хорошие тилы, какие классные тилы. Ой, франк переходит в атаку и крушит венгра. Венгр опять в плохой позиции. Если он будет разворачивать, он потеряет много солдат при развороте. Очень большие потери по лимитам, я думаю, там уже... А, нет, он вообще по-прежнему лидирует по лимитам, как ни странно. То есть есть золото. А, ну это потому, что франк феодализм идет рофл, конечно же. Причем это я, здесь феодализм и не пахнет, просто сейчас феодализм перейдет очень быстро. Франк, венгер, как минимум, ой, я не знаю, куда он почти пойдет. Если он сейчас еще, не дай бог, города потеряет. Что он получает венгер, нельзя бить его героя, зачем-то Вик продолжает атаковать его героя, здесь он сейчас может проиграть. Счет апгрейда и, ну, гигантской просто защиты у милиции, он продолжает хорошо стоять, но он очень большой, ну, сейчас он просто без лимита останется. Он остается без лимита, ну хорошо, танкует героем, герой очень жирный, 8 левел плюс много хп. Это французский герой, силовик, 15 по городам, гигантский перевес. Но лимит у него просто-напросто не осталось, потому что он сейчас перешел в феодализм, не было инкама, но сейчас будет... Ну я думаю, сейчас Вик без проблем становится, потому что просто банально. Зачем столько вышек? Ну тут же, блин, уже и так их много. Когда ж ты феодализм, братан, собираешься? Ну нет, Венгер здесь, конечно, явно по тактике просирает. Сейчас просто феодализм будет, вышки упадут. Ну, без борьбы, как он и бляхать собирается, ставит еще одну, ну ты че, братан, его сейчас, а, ее не сломают, ну а че она дает, она же как не сломает в одиночку, ну сейчас посмотрим, ну Талин идет в атаку, немножко рискованное положение, опасное у Вика, да, ему сейчас будет немножко непросто, потому что он это сломать не сможет, без тревожки будет бить, ой, как, зачем ты героем подходишь, если баш будет, баша не было, повезло, расстраивается, а нет, не расстраивается, он инженер убил, молодец, молодец, все правильно сделал Вик. Так что будут забираться итальянские города, но очень тоже немного лимита у венгра, ему нужно чуть больше. Сейчас будет переход 15 секунд. Попытка хоть что-то сделать, достраивается рабочий, чтобы достроить вышку. Ну, достроится вышка, и что? А как? И что делать дальше? Она же в одиночку ничего не сделает. Блин, проблема в том, что эта вышка ничего не сломает, и эту вышку будет долго бить кап. Что будет дальше происходить, пока что не знаю. Сейчас понаблюдаем. Интересненькая игра, конечно. О, франк еще убил здесь солдат, которые брали город. И сейчас еще этих будет убивать. О, они все идут. Добегают. А, все, наш увидел. Попытка Нафталина, не знаю, что сделать. Надо забирать города. Надо сравняться для начала по городам и перейти в феодализм. Но он только слишком много начнет переходить. Как ему сейчас дефаться против феодалов, не знаю. Другое дело, что Вика тоже надо что-то сейчас делать, потому что, ну, сейчас все, кони просто будут умирать, они не смогут выйти. Ну, рискованно играет оба соперника, очень классная игра. Тилы, не знаю, на что он надеется, ну, у него есть крест, сейчас он ману, в принципе, восполнит. Возможно, ему даже стоит вообще герой слить, чтобы мана была. Может, он выше героя бьет? Нет, не будет. Здесь пачка франка. Надо вообще ту пачку поймать наконец-то, потому что она очень сильно досаждает. Венгер сейчас ошибался, он не нанимал солдат в бараках. Просто золото проставил, он, у него должна была быть уже пачка, которая должна была вылезать, выезжать из-за этой пачки и убивать ее. Yeah. Very interesting. Да, классная игра, давно такое не смотрел. Реально по накалу одна из лучших игр пока что. Смотрите, эта вышка реально бьет кап, уже 500 хп сняла. Но
все равно, блин, ее чинить можно начать любого метода. Кап, он быстро починится. Но не понятно сейчас, какую тактику Вику выбирать, потому что эти вышки тяжело будет сломать. Для начала Д эту, конечно, уничтожить, я думаю, надо ее уничтожать через телов. Просто вызывать пока телов и сломать эту вышку, она быстро упадет. За одну пачку телов, возможно. Да-да-да, ну она прям. Вообще прям сейчас упадет. Эту вышку надо давно, ну, быстро снять. А, он пытается вообще все вышки снять за раз. Сможет ли он? Ну, в принципе, наверное, вон как они быстро падают, как яблоки с дерева осенью. Ну да, все, быстро вышки, 3 минус 3 вышки, в принципе. Ну, в Талине ничего не добился. Я Дрезден только сейчас пошел. До сих пор не поймал вот этот вот отряд, который забрал уже один город, вот забирает второй. Отдает героя, сейчас будет мана. Да, надо было сразу героя дать, у него была мана, у него просто маны сейчас на телов не было, видимо. А сейчас эти тоже вышки упадут. И на Талине вообще ничего нету. Ни феодализма, ни армы. Ну ладно, арма чуть-чуть, окей. А франк все равно больше, это же феодальные юниты все. Переждет телов, пойдет телами там танковать, и все, сейчас минус 3 вышки. Все, третья вышка тоже. Ну, 3 вышки сейчас тоже упадут. Здесь только бомжи. Ну, убил отряд, молодец. Наконец, надо забирать все города быстрее, забирать Италию. В Италии ничего нет, стоит вышка здесь. И все там делать моментально. Это очень тяжело будет сделать сейчас. А вот еще отрядик. Куда он взялся, не знаю. Что-то сейчас отрядик. Ну да, Ниц Крусадер с ним для начала перейти феодализм, а ему еще 40 секунд. Или какой 40, еще много, намного больше, чем 40. Я немножко неправильно посчитал. Короче, до хрена еще. Он только-только начал приходить. О чем вообще речь? Ну, падают 3. Все вышки, 7 вышек упали за раз. Очень легко. Франк потерял единицы. Ну ладно, хорошо, потерял не так мало, ладно. В общем, по городам лидирует Франк, у него есть солидная кучка феодальных солдат, тут очень, ну, тут пачка с лишним кирмишеров, копий по-русски. Венгр медленно очень здесь все берет, надо ему включаться, иначе он проиграет. И у него нет другого выбора, он нужен сейчас очень быстро забрать много городов, как минимум сравняться для начала. Ну как он сейчас будет? Ну сейчас вот этот отряд будет идти просто прямоходом. Ну, прям вот сюда. Хоть прям до сюда, хоть прям в кап. Ну, не в кап, конечно, пока для капа не маловато. Но он как-то пытается телами остановить этот поход. Ничего не убил никого. О, нашел инженера, убил инженера. Убьет вышку, надо менять. Лов он бьет. Тыкает еле-еле, но убивает. Начинает забирать Италию. Сейчас вот эта кучка, видимо, в Италию выйдет, блин, вот сейчас. Вот сейчас вот начинается как раз та стадия, когда очень большие проблемы могут возникать у французского героя, просто-напросто его будет овнить. Но нет баша. Нет баш, если был баш. Вот у него 400 хп, там был буквально за 5 секунд умер. Но для этого нужен был бы еще один баш. Баш в 5.5 версии длится 3 секунды, а здесь, наверное, тоже. Не знаю, сколько он длится. Да, венгер как раз таки за счет того, что у него было много бомжей, а тут один большой отряд забрал кучу городов, вышел вперед, а у него только-только феодализм. Ставится тренировочный лагерь. А, 200 нужно рынок как-то построить. А что у него по апам 2-2? А защита? 2-1 защита, но сейчас, наверное, 2-2 будет. Возможно, он ее уже делает. Нет, пока не делает. Ух ты, крысюки идут, крысюки, погибают крысюки, начинает брать Барселону, хорошо. Ну, Нафталин очень мастер, крыса войны, здесь какая-то перестрелка, а, ну тут менты, но они погибают, скирмишеров легко. И у Франка такая проблема, что у него просто заканчивается войско, все его маленькие отрядики перебиты, вот здесь только в Польше есть еще небольшой, но у него минус 5 города. Франк быстро отжал все, бил всех в Италии, забирает Италию. Германию он тоже начинает забирать, здесь еще отрядик, его надо куда-то послать, вот сюда, например. Тут крысюки бегают, крысюков идут убивать другие крысюки. Вот он нашел, ой-ой-ой, 2-2, тут 1-0 рафул. Ну да, без шансов для вот этой группировки крысюков. Блин, Сипик начал драться, продолжал, вернее, мне кажется, это вот... Даже двукратное преимущество не помогло, но так вынес крысюков, венгры. Да, вы видите, просто напад 2-2 решают.
По городам пока терпимо, но Венгрия нет армии, ему нужно собрать войско. Ну, блин. У него весь небольшой отряд феодальных рыцарей, который ему нахер не нужен. И один стрелого франка. Это все-таки много, герой жирный. Блин, венгерский. А Венгер, смотрите, плюсы за максимум, он баш вообще не качал. Дурак еще один. Ну нахрен так делать, я не понимаю. Ну, блин, у тебя всегда есть шанс убить французского героя за максимум башем. Просто два баша подряд прокают, и ты, скорее всего, убьешь французского героя, если у тебя есть плюс там какой-то небольшой. 80 лимит пика, ну да, он все-таки эту игру ведет к своей победе. С небольшими осложнениями. Были у него тут трудности, уже стал за него беспокоиться, что он здесь как-то просрет, что-то тут произойдет неприятно, но нет. Здесь отряд стоит, Германия отжимается, тут красивки убиты, ну все, наверное. Наталин медленно, наверное, отдает эту игру. Не знаю, что он сейчас будет делать. Ну вот, пошли на него в атаку. Ну, убить, конечно, король зажима героев. Как здесь можно было не зажать, не знаю. Ну, сложнее было, ну, мне не зажать. Вернее, сложнее было не зажать, чем зажать. Короче. Снимай крест. Тут 4 вышки, они тоже быстро падают. Ну, все, я думаю, тут ГГ можно уже писать. Шансов почти нет у венгера. Ну, ведь довел игру все-таки победы. Да, конечно, самое время большим отрядом отбивать Германию, когда те капсис будут ломать. Пс. Ну, у него мана еще была, кстати говоря. Он резал всех, кого потерял. ДГ. Тут жалкие попытки построить, что-то построить. И вот сейчас единственное, что может спасти, то, что у Франка кончилась мана на тилов. А без тилов он не сможет. Как только у него появится 125 маны, он просто зайдет, кинет тилов. Надеюсь, у него вкачаны щиты. Тилы будут тройные. Ну, то есть 6 тилов. И кап пойдет моментально. Ну, не моментально, здесь нет курсадоров. И аура защитная. Ну, кап все равно пойдет. Ну, смотрите, как Венгер как-то пытается дефать, но у него заканчиваются тилы. И сейчас, как он будет сражаться, непонятно. Сейчас еще и будут тилы Франка. Буквально 10 секунд осталось. Он выпускает тело, вязает щиты и ломает все. Да, я тоже думаю, ГГ. Хотя, блин, если бы сейчас он сбился каким-то чудом, то у него бы появились микрошансы на победу. И смотрите, Франк отступает. Все-таки то, что у него не было тела, сказалось. Ну, нет, он подождет еще войско, перегруппируется. Но ближнего боя еще мало. Здесь у Венгрии в любом случае нет шансов на победу, просто потому что сейчас его застроят. Он может потянуть секунду лишнего времени, минуту лишнего, вернее, лишнего окна. Но anyway, у него просто нет шансов, он сейчас выйти отсюда не сможет. Пришел вот инженер, мужик, сейчас все застроит, выйти нельзя будет никак. Что-то венгер пытается, какие-то жалкие попытки, но а что он сделал, у него лагерь еще сломали, он не может строить солдат вообще. Строить всадников, дебилизм полный, они бесполезные, ну просто... Да, если здесь было 3 пачки всадников, они бы сдохли все за 5 секунд от такого количества скирмишеров. Ну, спам телами идет, конечно, классно. Блин, надо сейчас героя пытаться убить. Если сейчас убьет героя, у него появятся микрошансы хотя бы задефать еще, не знаю, 2 налога. Потом как выйдет герой, но как до него добраться, здесь нет дальнего боя вообще. Все кони умерли, герой тоже подойти не может, потому что умрет. Отдает крест. У него откадашился он? А вот я не уверен, что у него откадашился. Ну, нет, откадашился, конечно, раз он так уверенно идет. Ну, шанс только убить героя, но... А, ну, не качал баш. Как он убьет героя? Никак, все, ГГ. Не, ну все, не. Все, герой, да. К сожалению. Ну, там, в принципе, уже ничего интересного не было. Сейчас ГГ напишет.
Вышки падают, все. Ну, поздравляем Виктора, он занимает первое место. В итоге в трех группах из четырех первые места заняли игроки из СНГ. Соответственно, они выходят напрямую в четвертьфинал. Ну что ж, сейчас я проведу жеребьевку. Собственно. И определим, кто будет против кого играть. В 1/8, затем в четвертьфинале, соответственно. Ну все, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Думаю, трансляцию уже можно заканчивать. Поздравляем еще раз Виктора. Он победил в переигровке против Нафталина. Все, всем пока.